Чтобы выполнить сложные координационные движения с элементами акробатики, надо быть выносливым, как Аристарх Королев, один из 8 мальчишек секции спортивной аэробики. В эти дни спортсмен разучивает дебютную программу для выступления в номинации «Смешанные пары». Ну, первые дни я все время уставал, что тело все время болело. И, ну, вообще почти, ну, не мог ходить. И вот, а потом тело начинало привыкать, и я привык к этому, но прихожу после тренировок, иногда, бываю, устаю. Сборы – это не лагерь. Они дисциплинированы и по-армейски точны. Подъем 7:00, тренировка, завтрак, прогулка, отдых и заключительная сложная тренировка. Во время трехчасового занятия спортсмены из Верхней Салды и Екатеринбурга обмениваются опытом в окружении профессионалов. Ваши педагоги Елена Александровна и Алена Сергеевна – профессионалы в хореографии, чего не хватает нам в нашем тренировочном процессе там, в Екатеринбурге. А здесь мы привезли свой инвентарь, который вот помогает нам в обучении, тоже говорю, всем тем элементам, которые начинаются с 12-14. Но они очень сложные и без оборудования, собственно, не подготовиться. Дети тренируются в графике 3-1. Три дня мы тренируемся, один день отдыхают. Сборы у нас идут с 1 по 18 августа. Это достаточно такой хороший период для восстановления, чтобы мышцы вспомнили вообще, что они есть. И сборы дают очень быстро подготовиться именно к соревновательному сезону. До начала нового спортивного года осталось 2 недели. У отдохнувших и закаленных спортсменов из Верхней Салды будет расписан каждый день. Это тренировки, выезды на областные, всероссийские соревнования по спортивной аэробике в Екатеринбург, Тюмень, Калининград, Омск, Тулу, откуда мы обязательно услышим имена наших звездочек в числе призеров. Елена Шашкова и Данил Черных. Новости в СМПО «Висма».